Ассаламу алейкум, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Стало известно имя нового главного врача области. Многодетная семья вынуждена переехать в аварийную квартиру. Еще одна медаль на Олимпийских играх. Караганда готова к отопительному сезону. Накануне руководители компании услугодателя отчитались главе города о проводимой работе по подготовке к отопительному сезону. Подготовка к отопительному сезону – это прежде всего вопрос качества жизни населения, комфортности его проживания. О ходе подготовки к зиме доложил технический директор Караганда Энергоцентр Владимир Плотников. Вся предварительная работа нами была проведена до начала ремонтных работ, согласование в уполномоченных органах, тендеры, графики, подписание договоров с подрядными организациями и на поставку материалов и запасных частей. А компания «Теплотранзит Караганда» заменила 65% тепловых сетей. Об этом рассказал Андрей Липунов, генеральный директор компании. По программе специалистов «Теплотранзит Караганда» ведутся работы по приемке систем потребления жилья и электрического быта, по подготовке к отопительному сезону. Все вопросы мы решаем с районными акиматами на местах. Сейчас на сегодняшний день определенных каких-то непониманий между организациями нет у нас. На совещании также были заслушаны отчеты акимов районов города. В целом, Караганда к отопительному сезону готова. Все ремонтные работы планируется завершить в срок. А значит, тепло в дома карагандинцев подадут вовремя. По итогам совещания аким города Бауыржан Авдишев дал ряд поручений. Много ведется ремонтных работ. Вот, по основным этим я вчера месяц специально смотрел, которые крупные ведутся. Да? Я прошу, значит, всем еще раз, не в зависимости, это ваше, делается не ваше, но мы должны быть в местах для себя брать СИЗО, в котором мы готовимся вместе с вами. С учетом всех минусов, плюсов, которые мы должны сейчас сверху работать. Многодетная семья вынуждена переехать в аварийную квартиру. Мы уже рассказывали о семье Орекбековых, у которых 5 детей, в том числе один грудной ребенок. У большого семейства нет денег на существование, плюс ко всему нет собственной квартиры. От безысходности они собираются въехать в аварийную жилплощадь. Вот тут мы раньше жили. Сейчас здесь не осталось ничего. Ни окон, ни дверей. Айнагуль Орекбекова показывает квартиру в поселке Энгельса, в которой они жили больше 10 лет назад. Здесь нет ни света, ни воды, ни отопления. Словом, нет никаких условий для нормального существования. Несмотря на аварийность здания, в 5 квартирах живут семьи. Судя по всему, скоро появится и 6-я. Семья с 5 детьми от безысходности вынуждены переехать в аварийное жилище. Мы не знаем, как будем здесь жить с 5 детьми. Здесь нет никаких условий. А как по-другому? Семья Орекбековых приехала в Караганду 15 лет назад из маленького поселка Нуринского района. В поселке Энгельса они купили эту квартиру, но позже дом признали аварийным. Пришлось съехать. Акимат выделил семье жилье в 15-м микрорайоне. Однако и там долго прожить не удалось. Нашелся хозяин, и многодетной семье пришлось снова искать крышу над головой. Тут родился 5-й ребенок, и стало еще тяжелее. Сейчас многодетная семья скитается по съемным квартирам. Однако платить за аренду квадратных метров им попросту нечего. Каждый снимать дорого сейчас. Мы наш карман не поднимаем таких денег. Даже на школу не готовы мы еще. Не знаю теперь, что будет. Ну, я хочу вот, чтобы они мне за эту квартиру, чтобы мне они дали квартиру. Квартира, чтобы они мне дали за это место. Сейчас многодетная семья всерьез задумалась переехать в старую квартиру, ведь другого выбора у них нет. На жилье по госпрограмме они даже и не надеются. Очередь на квартиру, как говорит глава большого семейства, подойдет лет через 10. Вот если у нас вот своя квартира, в Энгельсе своя квартира, здесь есть авария, почему вот восстанавливать все дома, вот почему не могут восстановить вот это в Энгельсе? В сентябре детям нужно идти в школу, а квартирный вопрос так и не решен. Внимание от властей, многодетная семья, судя по всему, так и не дождется. Ирина Камышова, Жандос Жамарт, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал».
Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Стало известно имя нового главного врача области. Сегодня аким региона Абильгазы Кусаинов представил нового начальника управления здравоохранения Карагандинской области. После ухода прежнего начальника облздрава Эрдинбаева Абилкасимова на должность директора Центра крови, кресло главного врача области некоторое время пустовало. Кандидатуры на пост начальника управления здравоохранения тщательно рассматривали. И, наконец, сегодня нового главу ведомства представили работникам системы здравоохранения. Глава государства ставит очень большие задачи в сфере здравоохранения. И в этих условиях надо минимизировать ошибки, особенно при подборе кадров. Я посетил множество заведений, советовался с людьми, которых я знаю по прежней работе, нынешними. Ну, предлагались много кандидатур, много было размышлений, поэтому, может быть, и сроки затянулись с назначением. Но сегодня вот на начальника рассматривается, вернее, одобрена кандидатура АБУВа Марата Ертаевича. Новоиспеченному начальнику облздрава 54 года Марат Абеев имеет 2 высших образования и приличный послужной список. До назначения он возглавлял областную клиническую больницу. Обязуюсь оправдать и предлагать все силы, знания, опыт в исполнении поручений главы государства, ваших решений и поручений. Спасибо. Перед новым начальником управления здравоохранения Маратом Абеевым глава области поставил ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла на малом разрезе Федоровского водохранилища. Тело удалось извлечь из воды благодаря сотрудникам водноспасательной службы ДЧС Карагандинской области. В Караганде проводится широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». В ходе ОПМ выявлено 2 факта краж из квартир. Раскрыто 3 ранее совершенных преступления. Квартирные кражи – это бич современных городов, причем нередко сами жители невольно становятся пособниками воров. И все из-за небрежного отношения к средствам защиты собственного добра. Открытые окна, примитивные замки, ключи под ковриком возле дверей, отсутствие сигнализации – все эти факты могут привлечь квартирных воров. В целях активизации и эффективности принимаемых мер по предупреждению и раскрытию квартирных краж 6 по 10 августа на территории Караганды проводится широкомасштабная операция «Квартира». За 2 дня проведения ОПМ зарегистрировано 10 квартирных краж, из которых 5 раскрыто по горячим следам. За совершение квартирных краж задержано 8 человек. С начала проведения оперативно-профилактических мероприятий проверено по месту жительства 85 человек, состоящих на учете в отделах полиции. Проверено 110 съемных квартир, 45 ломбардов. К новостям спорта. Ежегодный турнир по футболу среди дворовых команд получил свое продолжение в Октябрьском районе. Ребята активно принимают участие в таких турнирах. Еще бы, призовые победителям обещают нешуточные. Количество команд, подающих заявку на участие, с каждым годом увеличивается. И дело тут скорее не в призовых, а в хороших условиях, которые организаторы предоставили ребятам, дабы дети занимались спортом. Ведь что может быть лучше, чем заниматься любимым видом спорта с достойным соперником на отличных полях? Эти уже соревнования уже традиционные. В прошлом году по инициативе Октябрьского акимата организовалась эта лига дворового футбола. Участвовало в прошлом году 107 команд, но это по всему городу. В этом году уже провели в районе Казабикби. Там принимали участие только в том районе 76 команд.
Эти соревнования в Октябрьском районе собрали 80 команд во всех трех возрастных категориях. До этого турнир проводился в районе Казбек-Би. Выявленный там победитель встретится с обладателем Кубка Октябрьского района в сентябре за право быть чемпионами города. Командам-участникам вручат членские билеты. Они удостоверяют, что теперь спортивный коллектив является участниками Лиги дворового футбола и дает право на бесплатное посещение домашних игр футбольного клуба «Шахтер». А вот победители соревнований сорвут куш еще лучше. За первое место в чемпионате дают 100 тысяч. Тенге. Стоит отметить, что награждаются все три призовых места, правда, суммами чуть поменьше. В общем, есть все стимулы и условия для занятия спортом. Александр Крылов, Жандос Жумарт, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Еще одна медаль на Олимпийских играх. Марина Вольнова вписала свое имя в историю страны, как первая представительница женского бокса, ставшая призеркой на Олимпиаде. Соперницей Марины в этот раз стала 17-летняя представительница США Клариса Шилдс. Несмотря на юный возраст, она является победительницей панамериканских игр, трижды юниорского чемпионата и дважды взрослого чемпионата США по боксу. Проиграв все 4 раунда, Марина Вольнова с бронзовой медалью покидает Олимпиаду, записав свое имя в спортивную историю страны. Наша спортсменка за выход в полуфинал сначала прошла англичанку Саванну Маршалл, а далее кенийку Элизабет Ндиего. Марина Вольнова является обладательницей золотой медали чемпионата Азии 2010 года и четырехкратной чемпионкой Казахстана по боксу. Еще одним событием на олимпийском ринге был выход Адильбека Ниязымбетова в полуфинальную стадию турнира. Одолев иранца Ахсана Роузбахани со счетом 13-10, воспитанник Мангустаусской школы бокса присоединился к Серику Сапиеву и Ивану Дычко. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите ее поделиться, телефон нашей редакции 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубуамаздар.